И в продолжение темы. 23 февраля в России отметили День защитника Отечества. Ценность этой даты в этом году ощущается как никогда. Ведь на юго-западных границах страны идут боевые действия, в которых участвуют как наши земляки, так и жители других регионов. В честь тех, кто защищал свою землю от нацизма, кто отстаивал интересы России и российского народа на западных рубежах Родины, кто отдал свою жизнь за мирное небо, в Твери у мультимедийного парка появилась фотоаллея героев специальной военной операции. Это портреты трагически погибших в ходе боев Владимира Жоги, Ольги Качуры, Александра Шишкова и других россиян, отдавших свои жизни ради мира.